Героем нового выпуска передачи «Давай поженимся» стал 52-летний дагестанец Людвиг. Мужчина удивил ведущих не только своим внешним видом, но и выбором невесты. Людвиг появился в студии шоу в эпатажном пестром костюме и разноцветных ботинках. Мужчина расстелил ковер и станцевал на нем лезгинку. Ведущая Лариса Гузеева призналась, что давно не видела такого эффектного выхода. Дагестанец дважды был женат. По словам Людвига, раньше он не был готов к семейной жизни, поэтому его браки распались. Теперь же мужчина намерен создать крепкую семью. По традиции герой познакомился с тремя невестами. Первой в студии появилась 20-летняя Алекса. Блогер и любительница косметологии напугала жениха своими огромными губами. Людвиг даже не согласился поучаствовать в сюрпризе, который приготовила для него брюнетка. Мужчина заявил, что его засмеют друзья, если он выберет Алексу. Вторая невеста, 30-летняя Анна, исполнила для Людвига песню «Виват, король». Эффектная блондинка с пышными формами произвела хорошее впечатление на героя. Последней с женихом познакомилась 29-летняя Юлия. Блондинка станцевала с Людвигом зажигательный танец. В финале передачи герой шоу зашел в комнату к Юлии. Однако, к всеобщему удивлению, Людвиг выбрал не невесту, а ее подругу Гелену. Мужчина признался, что у него ёкнуло сердце, когда он увидел длинноволосую брюнетку с пышными формами. Жених вручил девушке букет цветов и попросил выйти вместе с ним к ведущим. Очень неожиданно. Удивила Лариса Гузеева, увидев Гелену и Людвига вместе. Недавно Лариса Гузеева сделала в эфире чувственный массаж жениху. Соведущая артистки Василиса Володина стала героиней шутливого видеоролика. Подборку смешных и странных женихов на шоу «Давай поженимся» смотрите здесь.